Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим. В глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть вам и рады простодушно.